Ассаламу алейкум. Друзья, приветствуем вас на канале Франс Студия. Сегодня мы посетили авиаклуб любителей моделей вот, маленьких таких дельтапланов, скажем, или как они называются, самолетиков. И мы вам покажем, как они управляют своими самолетами. Основная часть этих самолетов, они из пенопласта, с электрическими батареями, моторчиками такими. И вот. И все из пенопласта сделано, разрисовано. Вот батареи зарядочные. Вот они сами батареи. Ну и в последующем мы вам покажем, как они управляются самолетиками. То есть вот он, пенопласт. Очень легкий. Но вес очень легкий самолетик. Вот есть батарея покрупнее. Вот пульт. Вот тут продемонстрируем, как молодой человек. Свое мастерство. Всего времени attention. Je vous rappelle que les verres que vous avez en position dans votre main, vous les gardez pour le repas. Вот такие движения. Все будет продолжение. В связи с тем, что YouTube не пропускает музыку, они ставят музыку. А в дальнейшем мне придется поставить на дальнейшем видео музыку. Все будет без голоса. Одним словом. Комментировать не придется. Скажем так. И музыку включают, с музыкой не идет что-то. Тут без музыки. Крутит нормально. Сейчас будет моя очередь. Гастелом, валерку. Ну что ты думаешь, братан? Победим мы? Конечно, победим. О, друзья, кто будет смотреть вот это видео, другие видео, вы там
не стесняйтесь подписываться на канал, оставлять свои комментарии, а то я вижу, что-то все стесняются подписаться там, сказать, написать что-то, да? Смотри, как четко парень работает. Наверное, у него руки не доходят. Времени нет, да? Скорее всего, времени нет. Может быть, в видео сейчас у меня получится такое резкое движение, но делать нечего. Самолеты вот так мы видим, движение. И как застыли на месте. Следующий раз авиашоу под Парижем. Да. На Бурж. На Бурж. Как там? На Бурже, на Бурж. Настоящий раз я послушался. Привет, дорогие друзья. Merci beaucoup. Bon bon bon.
Thank you.